Но он очень сильно любит пиццы всякие кушать. Сегодня закрыто, выходной. Нас полностью замочило водой. Я весь мокрый. И Наоми мокрое лицо. Итак, мы с Наоми и Дэвидом сегодня идем на прогулку. И что нас ждет, никто не знает. Потому что каждый день у нас Наоми придумывает что-то интересное. Впрочем, как и Дэвид. У них настроение может сильно поменяться. Они могут поссориться, или хотеть чего-то, или плакать. Никто не знает. Поэтому мы идем. И что нас ждет, для нас большой сюрприз. Вот смотрим видео и узнаем, что будет дальше. Итак, мы вышли на прогулку. Несколько раз наших прогулок Наоми очень сильно любит сидеть вот так вот. Смотреть вниз или вперед. Вот так вот происходит ее прогулочка. Я сейчас проверю. В последнее время Наоми очень сильно любит смотреть, по кафе ходить. Пиццы всякие кушать. Вот Наоми привела меня сегодня в это кафе. Вот. Тут закрыто. Наоми, тут закрыто. Еще пойдем? Еще. Туда. Ну пошли туда. Хорошо, пошли. Закрыто. Но он пытается открыть здесь, думает, что это ключик и можно открыть. Но нет, все равно закрыто. Наоми никак не хочет отсюда уходить. Она хочет все это открыть. Но Наоми сегодня закрыто, выходной. Мы придем завтра и попробуем это открыть завтра. А сейчас тут закрыто. Поехали. Куда дальше поедем? Домой поедем? Может, улитку поедем посмотрим? Улитку, пошли поищем. Садись, поехали дальше. Может, поедем улиток поищем? Да. О, Наоми нашла чашечку. Да, чашечку нашла. Упс. Наоми, это не мячик, это же чашечка. Мы не можем просто бросать чашечку. В следующий раз мы возьмем мячик и поиграем в мячик. Хочешь? Пошли. Итак, нам загорелся как раз пешеходный свет, чтобы мы могли перейти дорогу. И мы переходим дорогу вместе с детьми. Итак, мы оторвались сейчас от того здания с закрытым кафе. И сейчас идем дальше. Сейчас решим, куда идти дальше. Может быть, Наоми покажет пальчиком, где она захочет остановиться. Куда, Наоми? Это? Куда? Это он. Это он? А что они делают? Они на скейте катаются. Они катаются на скейте. Оу! Наоми нашла кроксы, когда мы выходили из дома. Она не хотела одевать кроксы, а теперь она нашла кроксы и хочет их одеть. Наоми попросила меня одеть кроксы. Да? Наоми решила побегать в этом кружочке. Умница, давай! А теперь к папе, Наоми! Давай, к папе! Да. Ай, молодец, еще раз. Давай. Еще один раз. Еще что? Еще один. Еще один раз, давай. Ой, умница, молодец! Все, Дэвид уже плачет. Поехали дальше.
Поехали на мост. Да, поедем на мост, поедем, или на площадку. Наоми немножечко меня перестала слушаться и стоит. И поэтому я еду очень медленно, чтобы она не упала. Она только что бегала, видели как? Но уже мы не можем так долго бегать, потому что Дэвид один, он тоже плачет. И мы не можем его долго оставлять, поэтому я попросил Наоми дальше поехать. Но Наоми не захотела садиться почему-то. Я ее попросил, но хотя бы она стоит. И мы по чуть-чуть, очень медленно, аккуратненько едем. Что? Дэвид зевнул. Потому что Дэвид уже чуть-чуть устал. Поэтому Дэвид зевнул. Что он устал ждать тебя. Дэвид устал тебя ждать. И поэтому... Что? Что? Дэвид, да. Дэвид уже дождался тебя, и мы уже едем. А ты тоже садись. Едем очень аккуратненько. Мы едем очень медленно, чтобы Наоми не упала, потому что она не хочет сидеть, но мы же не можем стоять все время на месте. Молодец, Наоми села, умничка, Наоми села, молодец, 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 умничка. Да, едем дальше, быстро. Уже быстрее немножко. Куда? Пошли туда, окей. Аня, внимание, смотрите сейчас, что Наоми будет делать. Она начнет просить ехать куда-то. Да, ну поехали туда. Наоми, Наоми, умница, молодец, давай. Ку-ку. Наоми устала и наскучилась на быть на той площадке. Она решила расширить территорию своих приключений. Ну что ж, пошли. Раз, и... Да, и... Опа! Мама сама. Наоми сама. Окей. Наоми, Дэвид устал, пошли. Нас полностью замочило водой. Вау! Вот так вот здесь, вот этот полив, вот так вот вообще работает, как я не знаю, как будто бы его делали какие-то бездари, головые люди. Поливает вот. Полностью пешеходный тротуар. Но мы только что там оказались, и это нас облило водой. И вот строительщик вовремя успел убежать, чтобы Дэвида просто не залило водой в лицо. Вот так вот оно обливает пешеходов. Вот эти все струи. И вот
оказалось, что я полностью тут мокрый. Или водки на лавочку поливает. Это нормально вообще? Какие-то пуголовые люди этим занимались. Вот, вот такой вот я весь мокрый. И Наоми мокрое лицо. И вот чудом я увидел это и убежал, потому что вот так вот Дэвида чуть не залило, вот так струей в лицо. Вот капли еще на тачке остались. Я просто буквально в долях секунды сделал побег от этого всего. И вот тут люди ходят, сидят на лавочках, и она тупо льет. Тебе помочь? Помочь? Давай. Так как нас сильно облили водой, вот, и вот мы все мокрые, нам вынуждены были прийти как можно скорее домой, чтобы переодеться. Вся тачка мокрая, на платье мокрое, у папы штаны мокрые, все мокрое, Дэвид плачет. Вот мы и пришли домой. Как я и говорил, мы пришли, что наша поездка, наша прогулка непредсказуема. Как сейчас сложится, непонятно будет. И вот кто бы мог подумать, что мы придем полностью мокрые в конце этого дня.